Ребята, всем привет, с вами снова Орлов Павел. У меня просто очень классное настроение новогоднее, потому что скоро Новый год, мы с вами будем кататься на санках, будем есть салатики, открывать подарочки. И сегодня я хочу с вами поговорить о классных новогодних приметах. Ну что, вы готовы? Погнали! Если в новогоднюю ночь с вами случилось что-то необычное, то весь Новый год ждите сюрпризов! Если за новогодним столом кто-то чихнет, то наступающий год будет удачливым для всех присутствующих. Если 1 января торговец хорошо уступит первому покупателю, то его ждет удачная торговля. Кто встретит весело Новый год, тот будет веселиться на протяжении всего года. Если 31 декабря или 1 января к вам попросится в дом бродячая собака или кошка, это неспроста. Если вы не можете взять животное, то хотя бы накормите, и вам фортуна будет улыбаться на протяжении всего года. Если накануне Нового года вы случайно ошиблись с номером телефона или дверью, то прежде чем попрощаться, поздравьте человека с Новым годом. Хороший знак получить письмо 31 декабря, поэтому не забудьте проверить почтовый ящик или электронную почту. Хорошая примета считается, если ты нашел 31 декабря подкову или попавший под ноги комок навоза. В таком случае следующие 12 месяцев будут успешны в деловом плане. Также до 31 декабря важно успеть отдать долги, наладить отношения с теми, с кем были вы раньше в ссоре. Одолженные накануне вещи вернуть хозяину, приобрести хотя бы одну новую вещь или аксессуар, купить подарки на Новый год для всех родных и близких, простить все обиды и встречать Новый год в хорошем настроении. Ребята, а вы верите в новогодние приметы? Я, например, верю. Ребята, если вам понравился этот видос, вы поддержите этот видос лайкусами, подпишитесь на мой канал, нажмете на колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих новых видосов. Ну что, покедова!